Добрый день, друзья! С вами на связи Иванова Лариса. Я приветствую вас из святых мест Иерусалима. И вот перед тем, как мы направимся к Стене Плача, я хочу вам показать место, которое мы сейчас посетили. Очень необычное место. Это местное кладбище. Совершенно непривычный вид, потому что здесь мы видели только гробницы. Это вот та вот сторона, откуда мы только что пришли. Будут, конечно же, фотографии пониже. Да. И там просто выгравированы буквы на плитах. И все. Ни одного цветочка, ни одного кустика. Просто фамильные надписи, даты. И все. Вот там мы видим, что проходят экскурсии. И люди тоже знакомятся с историей. А вот вдали, вот за зеленью, мы видим золотые купола православной церкви. Вот такое вот необычное место. Это, конечно же, исторический памятник. С той стороны мы видим мусульманская мечеть. И вот наверху что-то летит, какой-то огромный воздушный шар. Не знаю, попадет он на видео или нет, потому что здесь очень отсвечивает. Поэтому вот так вот снимаем немножечко вслепую. Вот. И вот туда тоже проходит какая-то экскурсия. Много людей. И я понимаю, что здесь, конечно, много очень интересного. Об этом стоит узнать поподробнее, прочитать. Мы, конечно же, больше будем иметь об этом сведений. Ну, а скоро мы направимся к Стене Плача, где оставим записки. И, как обещала, это будут записки о вашем здравии, о вашем счастье, радости, гармонии, благополучии. О всем добром и светлом, что я желаю себе, своей семье. То же самое, дорогие друзья, я желаю и вам, своим друзьям, своим партнерам. Всего вам самого-самого доброго. Верьте, жизнь прекрасная. Всего доброго.